Европу настиг промышленный спад. По итогам мая объем промпроизводства в странах еврозоны сократился впервые за 4 месяца на 0,3% по сравнению с апрелем и на 1,3% в годовом исчислении. Слабым звеном оказались не страны южноевропейской периферии. В Италии и Испании промышленность как раз оживилась, а локомотивы – Франция и Германия. В двух крупнейших экономиках зоны евро отмечено сокращение промпроизводства. Это может означать, что рецессия в регионе будет углубляться.